Всем добрый вечер, день, друзья, кто как смотрит. Дядя Витя, поздоровайся. Привет всем. Распаковываемся, приехали на волшебную деревню. Сегодня здесь, у нас по плану 3 деревни объехать, не знаю, как пойдут находочки, как не пойдут. Здесь шурфанем немножко, подвальчик один был богатенький, мы сверху тогда монеты собрали. Сейчас штык-лопаты снимем, если что-то будет, пособираем, нет, переедем дальше на следующую там деревню. И все, так что, что будет интересно, покажем, что будет неинтересно, не покажем. Смотрим. Красивейшее место в живописном лесу находится. Вот здесь стояли дома, ряд домов. Сейчас мы их будем обследовать. Что будет интересное, покажем. Собираемся пока, переодеваемся. И все. У нас 4 металлоискателя сегодня. Ванкиш 540 каховой. Про-версия. Потом Гаусс МД. С нами же... Ну, он по железу у нас в основном возится. Так, и у меня еще Ванкиш 800. 4 металлоискателя с собой взяли на двоих. Плюс пинпойнтеры. Пинпойнтеры. Где у нас пинпойнтеры? Пинпойнтеры. Сфинкс, магнетик один. И просто сфинкс у дяди Вити. Не знаю, где-то здесь еще один сфинкс. Два сфинкса в общем у нас. Все, распаковываемся и начинаем искать. Вот ряд домов здесь шел. Смотрите, перед нами только что медведь был. Разрыл все муравейники. Свежачок вообще. Медведь здоровенный был. Вообще здоровенный. Сейчас покажу его лапы. Везде он все муравейники тут разрыл. Они питаются яйцами муравьиными. Где-то с утра он ходил. Пойдем, я покажу, откуда он. С речки пришел. Здесь все разрыл. Видим. И вот у него следы, как будто человек шел. Вон тропинка егошняя. Вот он шел. Я не знаю, камера передаст. Тут даже следы вот видно. Ног. Здоровый медведь шел. Оттуда пришел он. Здесь вот все разрыл полностью. И вот у него следы. Ушел туда, в лес. Ну, может, мы его спугнули. Где-нибудь здесь сейчас в кустах за нами наблюдают. Голодный. Есть их. У меня квадрокоптер есть. Если что, полетаем. Ух, и красотень здесь, ребята. Вот здесь мы хотим скрыть часть. У нас здесь хорошие находки тогда были. Попробуем дерн скинуть. Ну и так походим местами. Все, начинаем искать, переодеваемся. Замечательно. Вот он шел, Мишка. Ну, он везде тут ходил. И туда деревня шла. Кругом медведи нас атакуют. Итак, с дядей Витей начали. Он с одной стороны... Я с другой. Видим сразу же петли, навесы. Когда все заросло, остается шурф в межсезонье. Погода хорошая, завтра опять жару обещают. Сегодня ветерок более-менее прохладный. Смотрите, кованина. Все четенько. Железяки, тазики, как обычно. Посмотрим. Он здесь начинает на яме копать. Я немножко в бок ушел. Сейчас здесь раскидаем, дерн уберем, посмотрим, что здесь есть. Будем все показывать. Дядя Витя шурфит, а у меня интересная находка, смотрите, в сапоге человеческую кость откопал, вот так было, кого-то тут захоронили, небольшой сапожок, а кость большая, странно, ну железячки как обычно откидываем, полосой вот эту сейчас мы снимаем, видим кирпичи идут. Еще пока не прозванивали ничего. Сейчас мы слоек снимем, стекло. До сюда вот примерно дойдем. И, может, в ту сторону пойдем. Потому что дома вот там подальше чуть-чуть стояли. Нам главное наткнуться на дом. Сейчас ничего не понятно. Лето уже. Так, сняли мы здесь. Немножечко сняли. Где-то не здесь копаем. Хоздвор какой-то был. Что нам дал шурф? Рогатина. Смотрите, можно на медведя сейчас ходить. Какие-то штучки кованые.
алюминий, кольца, две человеческие кости нашли, берцовые. Все, пойдем мы по деревне погуляем. Ну его нафиг, жарко. Сегодня обещали 19 градусов, все 30 давит. Вдоль вот здесь вот, где можно ходить, сейчас походим. Покажу, что попадаться. Именное зубило с буквой Е. Емеля какой-то. В песочке сохранилось вообще замечательно. Так, сейчас здесь прогуляемся, там мы, наверное, поедем в другую деревню. Хотели здесь шурфануть, что-то мы не можем вспомнить, где мы были в тот раз. Хожу у старого подвала. Заброшенного нашел патрон. Он чем-то запечатан. Иногда золото туда запрятывали, видите? Или что-то ценное. В газетку разломил его. Что-то спрятано. Переехали мы с той деревни, друзья мои, на следующую деревню. Сама деревня шла вот здесь. Старинная часть туда шла. А современная, более советская, уже туда шла. Вышли. Походим. Может, монеты найдем. Топор сломанный. Древнегреческий. Древние викинги. Сейчас походим, где можно походить. Ну тут песочки так-то, так нормально. Терпимо ходить можно. Дядя Витя сегодня ходит без наушников. Я тоже решил без наушников. Здесь красота у них. Сейчас походим, время останется. Я тут еще взлечу, покажу вам. Квадрокоптер есть с собой. Как оно тут? Трава нормально, ходить вроде можно. Чутенько все. Подходим к деревне самой. Дворы там чуть подальше стояли. Рядом с деревней валяются гайки. От телег квадратные. Такие они бывают на дорогих каретах. Я находил бронзовые. В основном железные у крестьян были. Вот такие гаечки. Деревня старая. На картах 17 века указано. Здесь мы один раз копали, и то не здесь, а там чуть подальше. Монеты были. Видим, инструмент валяется. Древний. Колотили. Здесь где-то мы близко уже к домам. Тропа, смотрите, опять медвежья идет. Это не медведь, какой-то маленький. Маленький медведь, наверное. Там-то здоровенный, а шлапы видно было. Где-то вот здесь дома стояли. В такой траве все-таки у меня находочка. Я лопатой, по-моему, чукнул чуть-чуть. О! Смотрите, сохранчик. Это я немножко лопатой задел. Вот это красотень. Весь в рунах исписанный. Древнерусских. Открытый. Маленький-маленький замочек медный. В рисуночках. Интересно. Да, выходить здесь, конечно, не вариант. Все заросло. Сначала думал, ложка. Потом смотрю, медная. Это от ковшика, ручка. Звучит как хорошо. Замечательно. Показывай, вон там яма, видишь? 31-32. Не знаю, выкапывай, я пока покажу. Что у нас уже масляники, они уже сгнили. Червивые. В кочке. Мне кажется, тут кто-то копал 100 лет назад. Не? Руб, значит, Николаевский. Как-то нечетко звучит. Ничего. Сфинкс первый у него. Это видишь, пробку наверх бросил. Хо-хо, смотри-ка, монету нашел. Деньга. Новый год посмотрим. Хо-хо, еще сохранчик-то песочек. 1749-й. Деньга. 1749. Поздравляю. Хорошая находочка.
Так, сейчас я с той стороны покажу орла. Вообще сохранчик бодренький. Помыть надо только. На, поздравлямба. Нормально. Екатеринские монеты. Может, Елизаветы. Надо смотреть. Там вот ямочки. Вроде кто-то копал, а может, медведь копал. Непонятно. Я сейчас спущусь до ручья вот туда, вот так обойду и поднимусь вверх вот там. Неохота мне с той стороны деревни заходить. Я там лучше вверху, а потом обойду. А? Крикнешь? Ну, если руб найду. У меня еще железо здесь с собой таскаю. Жалко выкинуть. Лемеха он старинный. Тоже заберем. Ладно, ищем дальше. Тучами все у нас затягивает. Иду сейчас обойду. Поглядаем, наверное, покажу. Тут иду на конце деревни, смотрите, крутилка от колодца, такая нарядная крутилочка, я так полагаю, хотя могу ошибаться, но вроде крутилка, мощная железяка, но у нас ложить некуда, мы сегодня без железа ездим, но мелочи я заберу, большой не буду. Где-то вот здесь деревня начиналась и шла вот туда. Здесь на краю травы поменьше, хожу в березках у леса. Посмотрим, что здесь есть. Сигнальчик. 33. 30-30, как у тебя так же было. Оп. Еще две пробки сейчас нашел. Но озвучивать не стал. Не глубоко. Что думаешь, пробка опять? Нет, глубоко. Елизаветы. Ты знаешь, что? Копейка Елизаветы. Сейчас покажу. О, дядя Витя булаву нашел древнюю. Она весит, мама, не горюй. Цвет меди. И пока мы там ходили, держи, я покажу. Крестик он еще нашел. А у меня вот монета сейчас выпала. 1757 год. Вот так надо смотреть-то. Это вензель Елизаветы. Ага, перечекан. Видишь, как уехала монета. Это у нас что, я не знаю, копейка, наверное. Тут мужик должен быть, вон он, просматриваться. Есть. Ну, сейчас буквоеды скажут, а Григорий Парепей доносец. Я, ребят, знаю, просто называю так. Мужик на коне. Не женщина же здесь. И все, держи. Давай здесь почешем сейчас, еще вверх вернем. Ну, мы ходим между сосенок, потому что, видите, выше нас выросло в поле трава по колено.
Такой сегодня будет у нас вылазка, но вы то по монете дернули. Нормально. Полетало чуть-чуть здесь. Еще покажу вам. Рядом с монетой. Смотрю, что-то звучит. Смотрите, какая ложечка. Вот смотрите, узорчики-то у ложки. Медное литье. Все изогнуто. Древняя ложка, а сама такая, да? Уставшая, видно, что сами делали. Но жил какой-то мастер. И штемпеля, смотрите, какие дела красивые. Вот это да, меднолит. Ни штампов, ничего нету. Кто? Сигнальчик, давай, у меня батарея кончается. Ну, если что, надо GoPro доснимем. У тебя низенький какой-то он. У дяди Вити там пробка, как и предсказывал. А это от гармонии. Здесь лепестки были, вот они медные, заколебали. Во всех деревнях у нас валяются. На гармониях любили поиграть, потом разорвут, раздерутся и выкинут. А мы потом собираем вот эти штуки, ходим. Откопали мы это от спичечницы. Зад от коробка спичечного. А здесь еще раз попадаются они такие. Ну тоже находочка. Берем. Еще переехали в другую деревню. И у нас у меня конина. Ну конина такая интересная. Коллекционная, толстая. У тебя где? Лазим тут по подвалам. По старым. Ты потерял? Ну ладно, потом покажу в конце. Всякие детальки попадаются. Медная. Звучит как хорошо. Часов, наверное, старинных. Оп. Монеты кончились. Смотри, в каких мы условиях работаем. Машкара. Не знаю, камера передает. Их миллиарды здесь, ребят. Миллиарды, если вы видите. Монеты у меня. Сначала гайку убрал, потом гвоздь. Да думаю, что-то пробиваться. Хо-хо. 24-й год, 2 копеечки. В общем, здесь кошмар, мошек сколько. Миллион. Но красиво. Дядя Витя где-то по лесу ходит. Я тут хожу по краю леса. Чё ты мне попалась? Тройчок. 36-й год. Садится батарейка, ребята, у меня уже все моргает. 36-й год. Берем. Очень сложно искать монеты в траве, друзья мои. Но потихонечку можно. Оп. Мелочевочку вылавливаю. Копейка, 57-й год. Вот это да. Замечательно. Дядя Витя, где он где-то ходит. Скоро закругляться будем. Батарея еще не села. Ходим. О, какая гигантская красивая конина. Резная. Вот это вещь. Видите, они толстые. Это старая конина. Звучало хорошо. Возьмем. Что-то опять дождь у нас. Все, друзья мои, подводим итоги. Дядя Витя редуктор нашел. Каз называется. Целые часы почти собрали. Ложки, шмошки. Медаль материнства. Звездочка. Деньга, крест. Конины, шманины. Ложки. Вот это вообще булава серьезная. Еще монеты. В общем, нормально, можно походить. Замечательно. Но у нас комары съели. И батарейка какой делать. Я Витя, попрощайся со всеми. Всем пока. Всем пока, мы тоже уезжаем отсюда. Поехали мы. Два раза под дождь попали.
Увидимся в следующей серии.